послушайте басню Ивана Андреевича Крылова «Лебедь, рак и щука». И попытайтесь понять мораль этой басни. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды лебедь, рак да щука вести с поклажи воз взялись. И вместе трое все в него впряглись. Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу. Поклажа бы для них казалась и легка. Да лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, судить не нам. Да только воз и ныне там. Уверены, что вы легко поняли мораль этой басни, которую автор указал в самом ее начале, написав, что если между лицами, выполняющими общее дело, нет согласия, то и дело продвигаться не будет. В основе успеха любого коллективного труда лежит в первую очередь общность интересов и стремление к единой цели. А если эти условия не выполняются, то результат можно будет охарактеризовать исключительными строками этой замечательной басни. А воз и ныне там. Эти строки настолько понравились читателям басни, что со временем они стали пословицей. Послушайте басню Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей» и попытайтесь понять мораль этой басни. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. С зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. Да того ль, голубчик, было? В мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружило. А, так ты! Я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело! Так поди же, попляши! Иван Андреевич Крылов в басне «Стрекоза и муравей» устами муравья укоряет людей за лень, беззаботность, праздность, легкомыслие. Люди с такими пороками часто забывают о будущем, не трудятся, ничем не обеспечивают себя на черный день и поэтому часто попадают в беду. Трудолюбивый муравей, который на сложное время, то есть на зиму, успел устроить себе запасы, услыхав речь легкомысленной стрекозы, которая все лето только пела, а теперь голодает, выносит ей суровый приговор. «Ты все пела? Это дело! Так поди же, попляши!»